12 февраля Приватбанк открыл уникальный сервисный центр на Русталском авторынке «Автопапа», который не имеет аналогов в Грузии и представляет услуги в режиме 24 часа 7 дней в неделю. В новом офисе посетители и клиенты авторынка смогут получить такие услуги, как валютообменные операции, оформление экспорта и реэкспорта. Здесь же можно провести регистрацию автомобилей, получить государственные номера и оформить таможенные документы. На самом деле, руководство Русталского авторынка всегда беспокоится о том, чтобы клиенты повышали свой сервис. И мы позаботились о том, чтобы люди, приобретающие автомобили стоимостью более 10 тысяч долларов, смогли этот автомобиль оформить непосредственно на авторынке в течение 5 минут. Вы можете выбрать свой автомобиль, прийти в это отделение и здесь получить полный спектр услуг, начиная от банковских и заканчивая оформлением и регистрацией. Через 5 минут вы уже увидите на своей машине.